Open Air для творцов. Сегодня в Нальчике стартовал первый международный арт-фестиваль под открытым небом «Атажукин сад». Свои идеи представят художники и дизайнеры из Москвы, регионов Юга России и Германии. Сейчас инсталляции и пространственные объекты пока в процессе монтажа. Однако на арт-площадке уже идут творческие мастер-классы для детей. Такого количества юных гостей не ожидали, признаются организаторы. Нальчикский архитектор Альберт Ноткин раскрыл секреты создания фигур из пластилина и экономии материала. Ребята сегодня пробуют слепить гномика. Лучшая работа станет макетом для более габаритного сооружения из камней. Задумана такая скульптура, типа какого-то образа кавказской маски, головы, гномика, на которую дети могут лазить совершенно безопасно. Залезли наверх, становятся на эти шины, могут сфотографироваться, могут соревноваться и так далее.